Всем привет, с вами Полтема. В этом видео мы поговорим о приложении The Day. Программа, которая вернет романтику в ваши отношения, ну либо просто их спасет. В общем, пацаны, берите на заметку. Ну и вы, конечно, девушки, тоже не проходите мимо. Что касается программы, то она позволит вам не забыть все важные даты в ваших отношениях. Также она подкинет вам идеи, как провести крутое свидание, ну либо просто, если у вас мало времени, как это свидание быстро организовать. При первом открытии программа спросит у вас о тех событиях, которые происходили в ваших отношениях, однако это вы сможете добавить и позже. Далее вы попадаете на вкладку «Ближайшие». Здесь вы увидите ваши даты, а именно напоминания о всевозможных важных датах, которые были в ваших отношениях. Например, вы поженились и прошла 1000 дней и одна ночь после свадьбы, или 777 недель с момента вашего первого свидания, или 666 дней с вашей свадьбы. В общем, здесь будут все самые основные даты, которые случались в вашей паре. Выбираем дату и сразу же можем просмотреть идеи, которые предлагает нам данная программа, как поздравить этого человека. Либо есть уже готовые предложения. Например, если вы куда-то уехали и вам пришло уведомление, что у вас круглая дата по какому-то событию, то вы можете заказать доставку цветов и их привезут вашей девушке прямиком домой. Это действительно удобно и романтично. В приложении The Day также имеются готовые варианты свиданий. Вы можете посмотреть, куда пойти и заказать какое-то свидание прямиком в данной программе. Также с обновлениями разработчики добавляют все новые и новые варианты свиданий. В общем, будет весело, это точно. Здесь вы всегда будете в курсе тех дат, которые у вас на носу, и всегда сможете поздравить вашу девушку, ну или молодого человека. Получается, это решение всех вопросов романтики прямиком в одном приложении. Это агрегатор услуг по свиданиям. Программа бесплатная, в App Store имеется премиум подписка и также 30-дневная пробная версия. Все ссылки я оставлю в описании к этому видео. А на этом все, ребят, с вами был Полтем. Если вам понравилась программа, ставьте ваш палец вверх, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Не забывайте о яблочках. Пока!